4 ноября страна отметит День народного единства. Подготовку к праздничным мероприятиям провели в поселениях района и, конечно же, в городе Щелково. Вопросы безопасности во время проведения торжеств обсудили в районной администрации. Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах недавней авиакатастрофы в Египте. В ходе дальнейшего обсуждения руководитель администрации Алексей Валов обозначил наиболее важные темы, касающиеся проведения Дня народного единства. Это прежде всего антитеррористическая безопасность, которой на сегодняшний день уделяют особое внимание. Особо важно учесть и проконтролировать места массового скопления людей. Для обсуждения темы в администрацию пригласили и глав поселений, сотрудников надзорных органов и других ответственных лиц. Алексей Валов подчеркнул, в настоящий момент бдительность – наиважнейший фактор, который должен присутствовать во всех ситуациях. Губернатор одобрил план действий на праздники, поэтому я прошу принять усиление мер антитеррористической защищенности. Потому что террористические угрозы, как сказали, довольно-таки серьезные.